Где холоднее, на Северном полюсе или на Южном? На Южном. Какая наука изучает происхождение и развитие небесных тел? Не знаю. Знаешь. Биология? Нет? Небесных тел. Космос. Астрология. Столицей какой страны является город Монреаль? Честно, не знаю. А какой город является столицей Бразилии? Да блин, ну что за вопрос? Я не готова. Сужелинтар. Я знаю Америки. Вашингтон. Можешь назвать правителей России в 20 веке? Хоть кого-нибудь. Кто был первым президентом России? Ельцин. Ну, а до него кто был? Я лучше не буду. Я не хочу показаться совсем глупой. Но мало ли я могу что-то напутать. Нет, я лучше помолчу. Хорошо. В каком году состоялась битва на поле Куликова? Можно следующий вопрос? В каком веке Россия продала Аляску Америке? Ну, кто хотя бы из царей ее продал? Нет? Что, гимн России будем петь? Ты знаешь его? Гимн России знаю. А третий куплет помнишь, как начинается? Ну, если при себе пропеть сейчас до третьего куплета. От Южных морей? Нет? Это не третий? Это второй. А третий? Третий куплет? Не вспомню, наверное. Ну, давай второй тогда. Можешь напеть? Напеть? Ну, напеть, да. Не обязательно прям напеть. Можешь просто напеть, проговорить. Можно первый. Давай первый. Россия... Великая наша держава. Россия... Нет. Россия – священная наша держава. Россия – великая наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Вот. Ты из Крымска, да? Про Новороссийск ничего не знаешь? Когда-нибудь была на Пескозорке? Нет, не была. В каком году началась Вторая мировая война? 1939. А Великая Отечественная? 41. А сколько людей погибло в Великой Отечественной войне? Много миллионов людей, точно много. Как звали первую женщину-космонавта? Не скажу. Я знаю мужчину, Юрий Гагарин. Сколько букв в русском алфавите? 33. Кто придумал русский алфавит? Кирилл Мефодий. Кто написал «Муму»? Тургенев. Прочти 4 строчки своего любимого стихотворения. Военный стих. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть, желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Кто автор? Автор я не помню. Я вот буквально, вот серьезно, я сегодня думала, вот, я просто могла бы посмотреть, но я даже не посмотрела, не знаю почему. На чем растут бананы? Бананы растут на деревьях или... Ну, точно не на пальмах. На деревьях. Ну и, походу, не на деревьях. В каком месяце произошла Великая Октябрьская революция? В каком месяце произошла Великая Октябрьская революция? В октябре. В каком веке вымерли кентавры? А их не существовало. Это я знаю. Подслушал? Нет, не подслушал. Какая часть зуба самая ломкая? Какая часть? Ну, поверхностная, наверное. Да. Как она называется? Эмаль? Нет? Совершенно верно. Красивая улыбка ассоциируется с белыми ровными зубами. Для того, чтобы зубы выровнять, часто используют брекеты. Но есть страны, где наоборот считаются красивыми, зубы кривые, и даже специально искривляют. Можешь назвать хотя бы одну такую страну? Нет, но я могу предположить. Давай. Африка, нет. Какой вопрос про улитку мы хотели тебе задать? Какого мне копитающего? Больше всего зубов. Это я услышала. Сколько раз в сутки надо чистить зубы? 3, наверное. Либо 2. Но вообще, после каждого приема пищи нужно ополаскивать рот. Сколько раз в году необходимо посещать стоматолога? 2. Какие продукты плохо влияют на цвет зубной эмали?
Кока-кола, кофе. Как часто следует менять зубную щетку? Я не знаю, как часто, я где-то раз в месяц могу менять. Не знаю, правильно это или нет, как-то не задумывалась особо.